Никто, кроме нас. Всем знакомый девиз ВДВ, который также является названием Алданского клуба юных десантников, стал лейтмотивом военно-спортивных соревнований между военно-патриотическими клубами района. Летние каникулы не позволили собрать всех ребят, но те, кто принял вызов, были настроены решительно. На протяжении года мы подготавливаемся, готовимся, всегда участвуем в различных спортивных, военных конкурсах, соревнованиях. Сегодня ребята заявили себя очень хорошо. То есть у нас будет две команды выступать по 5 человек. Также будут проводиться личные первенства. Все ребята зарекомендовали себя на всех этапах. Мы настроены на победу. Результат будет хороший. Настроение у всех нормальное. Полоса препятствий выявила сильнейших. Из 3 клубных команд в финал вышли юные десантники и юноармейцы из поселка Ленинский. Они-то и сошлись в тактическом бою, где нужно было просто победить, применяя при этом все навыки и умения, которым ребят обучают в клубах. Победу одержали десантники, но грамоты, медали и заряд бодрости получили все участники соревнований. Мы болеем за наших ребят там и воспитываем патриотизм в наших детях здесь, чтобы они видели, что это нужно. Мы за свою родину, никто кроме нас. Голубые береты одними из первых встали на защиту Донбасса. Они и сейчас выполняют свой долг и тяжелую работу на фронте. У нас в данный момент находятся на СВО наши братья-десантники. И пришли с СВО вот 4 человек. Сегодня будут награждены медалями Союза десантников России. Соревнования не ограничились полосой препятствий и тактическими учениями. В рамках правил представители клубов выходили на ринг и на татами, провели ряд показательных встреч в силовых единоборствах. В организации мероприятия помогли администрации поселений, бизнес, предприниматели и частные лица, показав единство, нашу силу и непобедимость. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Никто, кроме нас!